хорошее кино. Особенно французское. Особенно французские комедии. А если еще комедийный боевик, вообще сказка. Жан Рено великолепен. Называется кино «Семейное ограбление». Рядышком еще и Фаунки Янсен. Ждем, пока смотрим трейлер. Тебе письмо. Мой отец умер. Твой отец умер. Анжела Персиваль, познакомьтесь, это Анжелика Ложье, ваша сводная сестра. Чего? Мои сокровища. Простите, что меня не было рядом с вами. Жаль, что он умер. А то я бы ему по роже врезала. Какая вульгарность! Ваш отец оставил вам шале на вершине Куршевеля. А по мне, так это халупа в самой жопе мира. Это оно? Вот же засранец, а! Ты что, каждый раз будешь таращиться, когда я ругаюсь? Ты не умер? Нет. Я готовлю ограбление. Я собираюсь украсть скрипку Страдивари. Страдивари? Это скрипичных дел мастер 17 века. Да, я в курсе, Вики Стерва. И стоит она где-то миллион? За нее дают 15. Что? Что? Золотое правило. Планирование, подготовка, точность. Он это я в 20 лет. Такой же... Ну, я пошла. Пардон? Ты все испортила, он был у меня на крючке. Да? Что-то мне так не показалось. Это возмутительно. Какой подлец. Он с самого начала врал нам. Я вор, лжец и ваш отец. Вот и все. Ну что, попалась красотка? Вот и она. Круто, да? Я молодец? А какой код от футляра? Трейлер классный. Жан Рено фееричен. Ждем кино. Естественно, по чашке хорошего кофе от партнера нашей программы компании «Талон Днепр». Удачи вам!